спорт. Это уникальный проект сети фитнес-клуба «Спорт Класс Хабаровск». Сегодня был первый розыгрыш, приуроченный к нашему новому проекту. Эксклюзивный проект, который дает шанс нашим членам клуба посещать спортивные события мирового уровня. Разыгрывали поездку на гран-при на Формулу-1 в город Сузуки, Япония. Помимо поездки в Японию, мы разыгрывали призы от нашего клуба. Я выиграла сегодня 12 тренировок любому тренеру. Персональные тренировки и сертификат на гостевые посещения. Я выиграла разовое посещение на 2 персоны гостевое. Покажите нам. Ура! Я очень этого хотела. Не зря говорят, мысли материализуются. Неожиданно приятно. Я знала, что очень. Конечно, рассчитывали на Японию, но тоже приятно. К сожалению, победителя сегодня не было, но мы до него дозвонились и порадовали этой новостью. Будем разыгрывать путевку на чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийск, на чемпионат мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербург и Москву. И самый главный приз мы будем разыгрывать в следующем году – это поездка на двоих на летнюю Олимпиаду в Бразилию. Все еще впереди. В Бразилию поедем. Спасибо городу Классу за то, что дали такую возможность. Клуб любимый. Подарки дарят. Вообще всегда будем оставаться в этом клубе.